В Казахстане стартовал отборочный тур нового сезона песенного конкурса «Баллада Осы». Организаторы проекта за 2 месяца планируют объехать всю страну в поисках юных дарований. Из 1000 детей предстоит отобрать только 17 финалистов. Первые прослушивания прошли в Алматы. Шансы будущих звезд оценила и наш корреспондент Индира Оразалинова. Мир, какое небо надо мной! Во дворце школьников сегодня заметно оживление. Более 600 детей пришли на живое прослушивание очередного сезона конкурса «Баллада Осы». Каждый ребенок волнуется, впрочем, не меньше переживают и их родители. Но несмотря на эмоции и юный возраст, к выходу на сцену маленькие артисты готовятся профессионально, делают дыхательные упражнения и распеваются. Я тут первый раз, и поэтому я хочу посмотреть все изнутри и попробовать поучаствовать. Немного волнений и как-то... Вот какие-то чувства я не могу передать словами, какие-то смешанные чувства. Кстати, нелегко и самим организаторам, точнее жюри конкурса. Из всех участников кастинга в финал пройдет только один конкурсант, который и будет представлять Алматы. Открыла прослушивание 11-летняя Камила Сагымбай. Ей достался первый номер. Возможно, он окажется счастливым. Я думаю, что этот номер один – это большая ответственность. И я очень рада, что я первая выступила и... увидела, как жюри обрадовались. И номер один – это, может быть, знак победы. В составе жюри известные казахстанские артисты, продюсеры и хореографы. Кастинги пройдут в столице и во всех областных центрах. В финал конкурса попадут всего 17 вокалистов. Этот конкурс дает возможность детям, в первую очередь, проявить себя именно в творческом плане и реализовать свой потенциал. Финал будет у нас проходить осенью этого года. И, соответственно, ждет очень много сюрпризов для наших слушателей. Финалисты соберутся осенью в Звездном доме, чтобы подготовиться к суперфиналу. Их будут обучать вокалу, хореографии и актерскому мастерству. В программах прозвучат новые детские композиции и состоится премьера спектакля-мюзикла «Добрая планета нашего детства». И победителя «Баллада Осы» 2019 вместе с профессиональным жюри будут выбирать и телезрители путем онлайн-голосования. Он получит грант на обучение в музыкальном учебном заведении и путевку в Диснейленд. Индира Оразалинова, Нурдаулет Жаксыбай, Алматы, Хабар 24.